Утром в Свободе прошла праздничная литургия. Из коренной пустыни святыню доставили на автомобиле. Божью Матерь сопровождали верующие. Несмотря на все сложности, православные трепетно относятся к важной для них дате – 25 сентября. Многие годы в этот день проходили крестные ходы с любимым у курян образом Богородицы. Очень жаль, что нет крестного хода. Я принимала участие в крестном ходе, но это когда я могла, когда я не работала. Ну, а сейчас, вот, конечно, очень жаль, что нет. Но, тем не менее, все равно люди рады, что принесут, что будет икона здесь зимой находиться. Для нас это большой праздник. По зову души. Душа не сидит дома. Вот привела сюда, ждем великую радость. Божья Матушка во всем помогает мне. Нам помогает тоже Матушка. Поэтому, так мы приходим. Просто приходим. Вот почему-то хочется прийти. Вместе с прихожанами встретить святыню пришли замгубернатора Юрий Князев и мэр Курска Виктор Карамышев. В стенах Знаменского собора прошел торжественный молебен. Здесь список икон и знамений останется до следующего года.